А ведь все так безобидно начиналось. Перестрелки, гонки на рефрижераторах. И добыча новых препаратов кальция. Но одним кальцием все не ограничилось. Если я скажу, вы меня отпустите? Да. Он там. Он там. В собачьей клетке. Вы вообще кто такой? Я доктор. Доктор, выпустите меня. Ходы за мной. Это ты, Вован? Нет. Я доктор Шмурге. Полиция! Алло, алло! Меня украли два гнусных наркомана! Где вы? А хрен его знает, в фургоне, марка «Москвич Тундра», на нем еще рисунок характерный, алло! Алло! Только попробуй мне смыться! Тихо, тихо, только спокойно, рот закрой! Хлопцы, рятуйте! Это кто там у тебя? Кто там у тебя? Тоже рот закрой! Позовите полицию! А вот как раз и она. Хлопцы, рятуйте, вкрали меня негодные! Погоди, не складуха какая-то? Ты откуда взялся? 10 лет назад мы ж тебя в чану утопили! От тебя ж только очки остались! Хочешь хуба-буба? Ты нарколыга несчастный! Все вокруг. Все, что ты знаешь с детства. Это всего лишь матрица. А хочешь? Хочешь выбраться из матрицы? У каждого человека есть возможность вернуться в реальный мир. Дрысь! Инспектор Хренников, полиция! А это инспектор Бацилкин. Мы ищем Катю Брусникину. Дома? Нет. Вы жених? Скотт Мейсон по кличке Тормоз? Да. А ну прекрати! Тело Сары Корнев забрал себе мексиканский шаман и провел над ней жестокий индейский ритуал. Вот во что превратился ее скелет в результате. Ну давай, валяй, повеселишь нас всех. Вот так вот, Катя. Как дела? Хреново, доктор. Оказывается, все это матрица. Просто матрица. Можешь не рассказывать, со мной не такое бывало. Мерещится. Лупи его, гада! Я как термин! Жора, что это за хренотень? Капец, Брусникина. Торба. Надо было брать барбитуру с собой. Ничего не понимаю. Тебе как доктору какая выгода со всего этого? Столько морочился просто ради спасения человечества. Если все люди вымрут, мне некого будет оперировать. А я очень хочу оперировать. Это какая-то лажа. Еще недавно на всех компах стояли антивирусы Касперского, а мы горя не знали. А я тут при чем? Мы только пошпилили немного в Масяне по сети, а вдруг смотрим сообщения из всех штатов, серверы падают один за одним. Мы думали, это Масяня виновата, а это вирус. И тогда настала всем такая торба, какой мало кто себе мог представить.